Ну и всем привет, ребятки, с вами я, Максим, тоже GamerTV, и сегодня я вам покажу, как меня оценили некоторые ютуберы. У них, можно сказать, что по 300 подписчиков, и они меня довольно нормально оценили. Ну, давайте приступаем к видео. Аватарка фигня, шапка нормальная, хочу трейлер посмотреть. Вообще топово. Мне очень понравилось это. Сейчас с него Максим Плея. У тебя шапочка сейчас такая себе. Аватарочка Молния Маквин или как машина называется. Я стараюсь набрать 1000 подписчиков. Если мы их наберем, я сделаю. Может, сделаю видео для вас. Оно будет крутое. Окей. Ну, в принципе, где-то 6 из 10. Надо тебе превьюшки делать покрасивее. Надо тебе как-то текст на превьюшках побольше, мне кажется, делать. И можно было бы на шапке вот эту вот картинку, получается, с фоном, растянуть на всю шапку. А то у тебя, получается, есть какая-то картинка, и за этой картинкой еще получается какие-то красные там... Ай, так, муха дурная. Ну, короче, каев. Каев. Но надо это все-таки исправить. Советую шапка, аватарка, ну аватарку я советую заказать, шапку тоже. Не, шапка, аватарка стоит рублей 30, вот потому что у тебя аватарка, ну просто молния могла, ну что с ним делать. Неважно, объясни, короче, подписочка. Так, короче, шапка классненькая, по Роблоксу видно снимаешь, и по Майнкрафту. Роблокс, Майнкрафт и Блокстрайк, это ж нифига жестко, чё. Чё ты снимаешь Майнкрафт видео? Блок Страйк и Роблокс. Чё ты... Ой, я тоже не снимал. Так, значит, о канале есть. Плейлисты есть. Красавчик, братан. Чё ты не каналчик? Так, ребятки, ну вот, вы увидели, как меня оценили некоторые ютуберы. У них довольно много подписчиков. Можно сказать, что у каждого было по 300 подписчиков. Но, ребятки, надеюсь, что вы хоть поставите лайк, поддержите этот видос комментарием, потому что я на этот выпуск 5 рублей потратил. Ну, ребятки, короче, давайте на этом заканчивать. С вами был я, Максим, GamerTV. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а всем пока, ребятки!